Окей, вот сейчас я выберу. Ладно. Колодой мне нельзя этой, которая была создана. А ты другой колодой играй. У меня другая колода за охотника. А, нет, ты героя просто выбери. Шайна! И... Рал! Ну, зима, трал, а у меня нету никого. Не стоило напрашиваться. Зараза, у тебя 4 монеты. Интересно, ты знаешь преимущество? Чтоб пятая карта была. Не, не знаешь ты его. Ах ты, зараза. Мой ход второй, и ты получаешь монетку. Используй ее с умом. 5 карт, окей. Теперь ты понял, в чем преимущество, да? 6-я карта. Норм. Да, сейчас у меня чисто. Так, чтоб тебе такого оставить, Ты против трава дрался, да? Я не знаю, что против трава, черт возьми. Тогда понятно. Какие-то тотемы, блин, призываешь, если уж какие-то вонючие шарики, которые один дамаг наносят, как много, а? Вроде на каком-то уровне он повышается. Вау-вау, полегче. 5 карт, да, нормально, блин. Так, ладно. Да ну нахрен, еще атаковать может. Ну это все, это однозначно ГГВП, это дисбаланс. Это вообще карточка, так что иди нафиг. Это дисбаланс. Ага, ты против паладина поиграй. Там дисбаланс. Там чисто он щиты делает. Ай-яй-яй. Ну вот у меня сколько же дамага, у меня что такого? Нет! Ты сейчас еще себе такую хрень сделаешь. Я не могу больше ее. Так. Вот Гром вроде частенько мог атаковать. Я ему первый раз проиграл. Вот это читерский. Что я сейчас сделал? Никому ты восстановил хп. Никому. А смысл? Шоп, ты по мне удар не сделал. Я этим займусь. Я должна атаковать провокатора. И... ОДА! А ты задолбал! 7 имбовых карт тебе выпадает. Нет, я просто их по 3 штуки себе запихал в это. Опять! Сраный читак, а! Я раз в 10 ему сдох, пока его не победил за эту вещь, магом причем. Я его просто морозил скимом. Нет! Ааа, это... Сильно и быстро! Это больно. А ты подожди, когда у меня будет 6 маны. Ну или 5 даже. Так, и как мне тогда сделать с тобой? То есть двойка это... Нет. Они даже не узнали, что вы... Чёрт. Давай, сейчас, я думал, у тебя 5 маны. Ты же заюзал уже эту фигню. Вот за поэтому не надо было сразу юзать. Сейчас, да пофиг. Они даже не узнают, что... Я же не профи, как ты. Всего-то один прокачался быстро. Ничего, зато будешь мне проигрывать, я буду качаться. Да, кстати. И ты будешь тоже качаться, если качаешься. Да, я поднял, я левелапнулся 14, когда один джайни. Так, сейчас, подожди, вот тут надо думать. 3, 2... Нормально. Окей. Так, и мне приходится выбирать. Я не знаю, что мне выбрать. Что проще? Ладно. Неплохо сыграно. Так, Эники, Бенники. Еле Эники. Так, ладно.
Блин, вот опять безвыходное положение. Шесть, пять. Хочу посмотреть, что в этой карточке. Черт, эта карточка что-то нехорошее делает. Что же делать? Я просто выбираю. 5. 4. Огров в покое оставь. Хрена. Я считаю 10-1. У меня есть большая пушка! Какого хрена она дважды ударила? О, удачно! Мне эффект какой лежит. Так, я может закончишь уже ход? А, извини, слоупок, я чё-чё бывает забываю нажимать. Я что-то думаю, что-то ты не ходишь. Так, ладно, сейчас мы разберемся. Так, ну все, ГГВП. Чё это? Молодец. Разлетелся путь управления. Четвертый левел. Можешь теперь в ПС. О, шамана открыл. Чё, ты когда? Ты кого выигрываешь против? Открываешь этого? Походу, да. Давай еще. Я сейчас за следующего. Награда открыта. Окей, 14-20, Гер. Круть. Угу. Тебе надо самых тяжелых пройти. Без них ты вообще фиг пройдешь. Так, а как мне класс выиграть-то? Выбрать. Кого? Колоду? Ну, у меня там Риксар, кстати, я хочу поменять его, чтобы колоду выбрать можно было. Просто новую колоду создаешь для героя и все. Ну, так у меня зачеркнута эта колода. Я не могу его выбрать. Миллиопер. Вот, ты просто зашел, да, в мои коллекции? Ой, моя, да. И вот, нажимаешь новую колоду. И ты, кто у тебя открыт, того можешь выбрать. То есть, для шамана создаешь колоду. Родопер? Я не знаю, я так и делал. А что у тебя для колоды закрыто? Я для Джайны, говорю, колоду создавал. А у тебя... Я ее не могу выбрать. Она у меня зачеркнута. Потому что у тебя вверху уже есть, ну, у тебя уже создана колода для Джайны. У меня нету колоды для Джайны, у меня только 3 колоды всего. Сейчас. What the fuck? По одному на каждый класс. В моих колодах у тебя что написано? Мои колоды, охотник, маг, шаман. Охотник, маг. Вот у тебя под каким-то названием, наверное, Джайна. Я не знаю. Может, сейчас... А, вот, выберите героя, но я почему-то могу. Фиг знамо. Не волнуйся, у меня тоже не вкачаны. Стартовые колоды. А, тут есть ваши колоды, стартовые колоды. Я даже не знал. Фиг. Мне, кстати, осталось уничтожить существ 30. Я вообще... Давай приглашай меня быстрее, а. Сейчас. Последняя игра, я больше не буду играть. И в квестках? Да, да. А чё так? Твой персонаж нет любимого. О, нормально, я могу Джайну выбрать. Кстати, а кем я был в этот раз, друид? Кем, шаманом играл даже? Да.